Проще говоря, нет никаких сомнений, что в распоряжении Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Вокруг Ирака с каждым днем все больше шума. Давайте попробуем его прижать. За работу. У нас есть теория, что администрация уже решила развязать войну, а теперь пытается это оправдать. Это не теория. Мы работаем над важной статьей, поэтому я здесь. У меня предложение. Джозеф Галлоуэй. Ух ты, даже по походке видно, что у него бронзовая звезда. Что вы хотите знать? Все, что администрация хочет от нас скрыть. В здании, где я работаю, создана секретная группа военного планирования. И что это за здание? В форме пятиугольника. От режиссера ЛБД. Насколько правдивы слухи про Ирак? Очень. Вы расследуете связь с Ираком? Официальных заявлений не было. Может, это закулисные домыслы? Нужна тяжелая артиллерия. Я знаю, что некий Ахмад Челаби хочет сменить Саддама Хусейна. Неоконсерваторы добиваются вторжения, а вы стремительно становитесь моим любимым писателем. Ух ты. Правда льется из всех крупных средств массовой информации? Кроме вас. Мы ведь правы. Я говорю с вами, потому что я гражданка Америки, и я не одобряю их действия. Вам надо это видеть. Что делать? Когда правительство что-то говорит, у вас должен быть лишь один вопрос. Это правда? Поиск виновных активно ведется. Мы пишем для тех, чьих детей отправляют на войну. Наши лидеры должны это знать. Президент одобрил вторжение. Теория оказалась правдой. Публикация все равно состоится. Заговор оказался реальным. Президент лжет. Он лжет. Все так и было. Это подстава. Всегда будьте готовы к неожиданностям. Плевать им на правду. Если они хотят войны, война будет. Шок и трепет. При всем уважении, сэр, мои источники могут находиться прямо здесь. Они действительно были там? Нет. Но некоторые вспотели, словно шлюха в церкви. Вуди Харрельсон, Роб Райнер, Томми Ли Джонс и другие.